Всем привет, ребят. Чисто по-братски, пока не забыл, просьбу Корефана выполню, да? Смотрите, у меня товарищ по цеху вдохновился и решил завести канал. Он так же, как и я, снимает подборки по КС 1.6, которые вам очень даже заходят. На канале есть уже что посмотреть, так что вы зайдете не в пустое место. Вам несложно сделать один клик, но именно твой клик сейчас играет ключевую роль. И, возможно, вдохновляя автора, ты сам вдохновишься им и сам заведешь себе канал. Ссылку на него оставлю в описании и также в закрепе. И самое важное, что ваша активность – это лучшее, что вы можете нам, авторам, дать. Спасибо. Первый клиент 1994. Очень хороший был год, чтобы показать себя. К этой подводке я особо придираться не буду, а вот выстрел меня довольно шокировал. Но меня больше поражает его реакция. Модельку было видно, моделька давно уже убежала, ее на экране даже нет, а ты только начинаешь реагировать. Идеальный выстрел в стену, было очень, видимо, больно, что даже кирпич дамаг почувствовал. Дальше идет реакция исключительно ручками, конечно, исключительно пальчиками. Мелкая моторика рук развита потрясающе, можем себе это позволить. И завершаем мы это все дело фликом. Заебись, да, триггернуло? Сейчас я цвет прицела поменяю, чтобы лучше было видно. О, пойдет. Смотрим. Если кто-то думает, что это лагануло или между выстрелами можно фликать, идите нахуй лучше в монастырь. В этой игре вам делать уже точно нечего. Это я говорю высшей администрации, пацаны, не вам, не берите на свой счет. У меня буквально вчера был игрок на проверке, не такой жесткий, но примерный, также фликает. Я не знаю, куда смотрят проверяющие, но они утверждают, что так или подобно этому фликать можно. Ой, я балдею, если честно. Вот, блядь, на полном серьезе, я хуею. Ага, а теперь более детально посмотрим. Многие утверждают, что из спектров нельзя определить. Каждый, конечно, сходит с ума по-своему, но я все же покажу. Как только прицел касается ESP-боксов, происходит выстрел сразу же, просто мгновенно. Опять в молоко, но регистрация по модельке. Нет, прицел реагирует не на квадратик. Там выставлен так FOV. Если примерно нарисовать вам, как у него выставлен FOV, то этот радиус как раз захватит локоть модельки, за счет чего и была реакция. Видите, до выстрела прицел касается руки. Вот она как раз и попадает в этот промежуток. Двойная отдача, ну конечно. У всех она двойная, да, о чем это мы? А вот этот момент весьма ювелирный. Сейчас попробую как-нибудь пограмотнее это показать. Вот он, микромомент. Слегонца так подкорректировал, типа, да, ну никто же не заметил, типа, все нормально. Нет, нет, я тоже не видел, нет. Последний, третий, завершающий момент, нам же одного-двух моментов мало, да, как говорится, бог любит троицу. Но я даже не знаю, что здесь комментировать. Так, чисто акцент на движение просто сделаю, да, и все. Я думаю, этого хватит. В принципе, здесь и в обычной скорости даже уже все понятно, что. Вот на этом моменте прицел тупо прыгает, фликает между выстрелами, понимаете, да? Нихуя себе, блядь, фликать между выстрелами, я хуею. Ну, самое что прикольное, чисто оп, сразу на вот эта точка на теле, это хитбокс. Ну, я думаю, вы сами догадаетесь, да, куда прицел, ну, приклеился. Ну, как бы все, здесь объяснять больше нечего, все предельно понятно. Ждали мы, ждали от этого клиента демочку, ну, сами понимаете, не дождались. Friendly Fire.
Зарежьте свои же. Вот быстрее был. Мостан проходит. И зашел лестницу. Я, пожалуй, позволю прокомментировать себе этот момент. Для начала я поставлю его 1 в 4. Это единственный кадр, на котором можно было заметить модельку. Но она ее не замечает. А когда полностью раскрылся смог, запомнили этот кадр? А теперь слушайте. Вот быстрее был. Мостом проходит. Мид зашел лестницу. Под мостом зашел, и Мид зашел лестницу. И оба этих момента она угадывает. Это тот самый случай, когда действительно хватает одного момента. Да нет, там 100%. Да нет, блядь. Сука, он играет тут, блядь, он без аима играл. Ты демку посмотри. Посмотри, он на ходу вешает. Вон, видел, что творит? С ума сошел, что ли, чтобы он читером был, с ним сука играли, блядь. Не может быть, нахуй. Банальная ситуация. Да нет, это не он. Как он мог? Он же мой друг. Конечно, не мог. Он же твой друг. Чуть ли не каждый день с такими админами и подстилками встречаюсь. Одна история краше другой. Но этот клиент очень интересный. Типок давно спалился, пацаны ему говорят, ты читер, а он заручается какой-то поддержкой Сани. Мол, подтверди, я не читер. Первый момент. Видали, да, как связь происходит? Кстати, наш клиент играет без прицела. Обратите внимание на сообщение. Вот как в этом моменте можно не заметить, что у него прицел прилипает, а он его отдергивает? Вот такие вот есть еще комментарии. Я карту знаю, я знаю, где может быть противник за 9 лет игры. Поняли, да? Типок играет в КС как минимум 9 лет. А теперь внимание на экраны. Как он играет без прицела? Я сейчас подчеркиваю вот в этот момент. Без прицела он играет. Зафиксировались? Погнали. Ну как вам без прицела? Какие-то громкие заявления надо здесь сделать? Я тоже думаю, что не стоит. Чтобы вы понимали, он сделал вот этот выстрел и пишет следующий комментарий. Ну пацаны, это дефолт, тут приебаться не к чему. Согласны? Бля, да он в яме убить его. Кто у него прошивает, что они находятся? У тебя нет смока? А, ну тогда поздравляю. И то, что смока нет? Так а вы о чем, пацаны? Это же тоже дефолт. Еще один великий мастер, который не успевает увидеть модельку, уже стреляет. Смотрите внимательно. Ну, видали? Давайте я из своего бокса выключим. Поближе. Пиксель модельки появляется. Все. Стрельба сразу модельку идет. Ну конечно, блядь, прицел у тебя на голову прыгнет, конечно. А как, блядь, по-другому-то? Ну естественно, ну естественно, ну. Ну. Вот я хочу заметить, обратите внимание. В онлайне сидят админы. Кто знает, тот знает. Называть имена не буду. И почему-то, блядь, никто ничего не видит. Я сижу в спектрах, я специально ничего не говорю. Я почему-то вижу, а они нет. Похую. Ну окей. Я не помню, что он тут по второму клиенту дал. Сейчас мы посмотрим. Ну-ка, как ты выходишь? Ага. One sec. Я не знаю, насколько этот микро-момент будет заметен. Смотрите. Он выходит вот здесь.
у него вот здесь вот прицел чуть-чуть прям подтянуло, но он вернул назад. Здесь очень сложно заметить, скорее всего, на видео это даже будет не видно. Ага. Ну, это нормально. А вот это вот ненормально. Что прицел движется ровно с моделькой. Вот выстрел. Смотрите. Все, все. Отдача есть двойная? Ну, конечно же, двойная, как по-другому. Но прицел-то движется ровно с моделькой. Ага. Опять доводит. Вот здесь вот доводит прям. Вот видите вот этот момент? Кадр, 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 кадр. И вот здесь вот, видите вот этот момент? Сейчас. Идет, идет, идет. И вот здесь вот. Ай, ай, ну прям... я не знаю, как это грамотнее еще показать. Если видео передает этот момент, это будет здорово. Ну как же тебя тянет, дружище? А, ну нихуя себе, да? Не повезло, не фартануло, но это бывает. Вот такой вот на сегодня получился выпуск. Пишите в комментах, что так, что не так. Чего хватает, чего не хватает. Пишите, в общем, все.